Так, в прошлом фильме, здравствуйте, мелькнуло вот это вот устройство собранное. Вот сейчас я его вам покажу. Пообещал я сделать программу, потому что вещь полезная будет. Почему? Потому что это дисплей. Это не знак, не индикатор знаковый, а полноценный дисплей. И, соответственно, подключая вот этот полноценный дисплей, мы можем получить вполне себе неплохую картинку. Вот сейчас стробит, причем графическую. Видно, как тестовый кубик бегает. Ну, тем известная программа, да, как бы ничего нового. Показывает параметры, можно сфокусировать. Сильно ярко получилось. Не хочет фокусировать. Странно как-то. Датчик измерения температуры, давления и вычисляемые давления параметры высота, то есть датчик сам, вот он, компактный, маленький. Ссылочку сейчас, ну вот она ссылочка на описание. То есть за каких-то 40 рублей датчик, доставка дороже. И опять димоновские ублюдки нас грабят, вообще ну что поделать. И вот дисплейчик оказался на удивление. Главная фишка, что он поддерживает русификацию. Ну, немножко через жопу библиотека там заведена, но тем не менее она поддерживает. То есть, а это очень хорошо. И мы переходим к программе. То есть, собственно, эта программа позволит его модифицировать. Я ее просто максимально напихал, то есть, чтобы уводить два разных окна. То есть окно инициализации как бы давления, я ну, просто с примером определения частоты кадра. И это в принципе можно усложнять, то есть вводить большее количество опыта с большим количеством параметров, график, ну это уже вы сами сделаете, когда будете программировать под свои задачи. Итак, программа называется Meteo Display 128x64. Она будет по ссылочке всем известной в моем гугловском диске указано, то есть скачивайте и работайте. Кратенько поясняю сразу, то есть главная библиотека OLED I2C русская, то есть она подключается, ну там архивчик я, наверное, приложу. То есть уже все, полная программка, то есть грубо говоря, мы с одним блоком разобрались, вот эта полная программка уже работает полностью. Выводит, кроме того, что она выводит давление, она выводит второе окно. То есть вот тут мы закончили с инициализацией. Закончили. Вот он, первый цикл. То есть тут мы также включаем выборку. То есть у нас опять выборка 1,5 секунды. И существует еще большой цикл. Большой цикл у нас 5 секунд. То есть с 5 до 5 секунд с интервалом 1,5 секунды она у нас выводит показания давления, высоты и прочего окошка. А меньше 10 секунд, следующие 5 секунд, она выводит показания вращающийся кубик в функцию. Ну, то есть просто работает как бы в режиме дисплея, меряет частоту кадров и пишет, что Юрич прикалывается. Ну, Юрич так вот прикалывается, то есть показывает возможность. Это вот перевод в русский шрифт, добавлю я файлик, то есть который соотносит то, что надо вводить для того, чтобы появилась в русском шрифте строка. Ну, она в принципе позволяет, то есть повторяет компьютерную раскладку, но тем не менее, чтобы ошибок не было. Ну и все, и тут вращается кубик в произвольном направлении, то есть рисует она его, главная программа, вот, Draw, то есть она рисует как бы самое мощное, потребляющее массу ресурсов. То есть, как вы заметите, при компиляции, вот если я сейчас компилирую, то есть он достаточно объемный по части пожирания.
Что-то как-то странно он искажает. Это я уже снимаю HD-шной камерой. Вот он этот проект. То есть вот строка комментится, и мы можем получить параметр. Ну, то есть в миллиметрах ртутного столба. Либо если мы не делим на 133,3, то мы получаем в паскалях. То есть, там будет 100 тысяч, 101,3 нормальное давление.